Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Организации требуются на новые самосвалы водители категории С, Е, а также механики, автослесари, автоэлектрики, механизаторы и прораб. Высокая зарплата. Работа вахты в Оренбургской, Челябинской областях и Башкортостане. Подробности по телефонам 8-965-692-60-13 или 8-965-692-60-03. Салон сотовой связи в торговом центре «Любимый» требуется продавец-консультант. Высокий доход. Официальное трудоустройство. Телефон 8 800 600 ровно 7006. В строительную компанию требуются монтажники навесного вентилируемого фасада. Телефон 202 769. Требуется машинист экскаватора. Звонить 90 73 63. Требуется водитель на автобус. Развозка, заказы. Телефон 90 37 01. В управляющую компанию требуется дворник. Телефон 43 80 38. Требуются охранники. Мужчины и женщины. Телефон 23 53 13. Требуется водитель категории «Б», «Д». Заработная плата от 30 тысяч рублей. Телефон 732-605. Требуются охранники по городу Оренбургу. Телефон 96-48-86. В организацию требуется мойщица посуды. Оформление по Трудовому кодексу, соцпакет. Телефон 8-922-535-17-72. В ресторан требуется посудница-уборщица. Имеется питание и развозка. Телефон 97-09-21. В Оренбургстат требуется водитель с опытом работы, дворник и подсобный рабочий. Оформление по Трудовому кодексу, соцпакет. Телефон 31-25-75. Ищешь работу? Смотри программу «Видеоблокнот» на нашем сайте ort-tv.ru.